Дарава джакускай корет, и ты кин кин корапут алахтахтара. Лета корет айгетин бапоростарыгар компетенция кине джакускай бутын сонун проекторынан кергетер тупсарар. Сирин улебцел бутен именно кэмэ болгани. Джакускай корапка управление архитектуры рут бигюлелер тахпутна билигин структура таулариян. Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры кибите. Олегин туспа структура курдук, тон курака хохтяка архитектура структуры да. Главный архитектор Симонов Наш Сергеев, Джон Ро Агаяхтар, архитектор вообще специалист. Он на Орджокуске курака аяхтарна, район Рга тем более аях. Вот, Олегин Буманна, Келен, Сюбелехен, тевистенгия проекторы, Ртыган иген үлебден үтабыт. Ол күрдіп сүрін проекты тұтаки проспект Ленина, например, болу да. Проспект Ленина оңғылонынене бастан дизайн код проспекта Лениниден манна именно бұл фонда үбін қатшытынан заказ тамы тұңыттыр болып бұд. Онна уже анғылы атынык солу ұңырғырғы принциптары, стандарттары тұтыған проект оңғылығы да. Олеген болағана уже проектно-сметная документация мухоллорга, техническое задание от Мартин Бигиги, манна тевистенге коллега Ларбитинга Тагрытан, сангалы мурдах пути. Вот, олегин проспект Птырблинти, велосипедная дорожка лах, пешеходная чаха кенген чуть, джон нарыйтал галлар, тоға бу проезжая часть пит. Дегенен улаханнык улары бадага параметр дыра. Просто именно были нагальбяк чуйдик тутулуа территорияларын, особенно те объекты ртула, олонугин пешеходное пространство акилдерен, сылбыт хорпуттен кёх зонатын әлбәтін рейханады ген, онна джон именно пешеходное пространство тын кәнгетек ханады ген. То дедеқа тэхэдағаны транспортный сол бол бұтын еген, хэм бир центральный улса вот именно джон хамы хэджер хэрэ олады. Куратер лохтақтар бол бақа, республикаттен бүтінді кәлендер, бюджеттар бұт ағаны тын хамы центр бұт қайдақ. Костюляга сел сорок полагали, вот костюм тянул рогоди. Он на тон, хома я ходил бы к никаким нерге, дюкуская корка улахан общественное пространство ларкили ликтер. Беги блигин сюрин проект под, например, общественное пространство ларкан парк будущих поколений тут улахджер. Оламе был центр компетенции терели битигер, китенча он то слаха улахан всероссийские конкурсы там бит. Нага Эльбех Джону Тюмен, Эльбехтик Иртан проект он оттарбуп бут. Он на была на сылбы сорок бут, амия бли бябет кэх бут химбир буден этте хати бет. Бихи республика бутер кюхистен таққаре маннык действующий архитектор бар. Он тахна тэдер чаттар кэрэ тұралар білген. Эдер чаттар болла білен бі күлдута опыт тұратча хоқ. Аны опыт лықтарыгар өлелектарин надо сразу ону Қадыр маңдық разрыв болан қалады еқінады. Вот. Онтан хастақ коллегалар бұл балағаны уже атын көрілі ақ бұлақтарге. Біліңе анығы ұйыға, анығылы көрілі ақ, түрген сып-сап күрдік атын тұрындары еңкелерін еқінады. Ол еген, именно бұл центр компетенции ғылы құрға ден үші специалистары пірлік айдан. Обязательно бұл сақа әрттенірі бол бақары Россияттан, оны Россия тағаттандағаны. Вот, олеген не конкурстары гитар бітігар. Беге боллаған нахин бир бәбет специалистар бітін бәлемне қанады ден, условия лақ гитар біт. Просто атын ірі кораттан архитектордар келен бол баққар, обязательно консорциум тәрі яқты яқтыр ден. Консорциум ден боллағына, маннық командаға обязательно ғариттен хин бир дүн нұры келер яқты яқтыр. Оны әдір чаттар как раз опыт алалар. Оны архитектордар ірі бол баққар, вообще проект Білген методология толарен тұрар, проект ұңырағын ұғар обязательно олықтауқтар, экспертный сообществалар, раз атын қайысқалардың сығыннақ жүндір өлілі ехтерін алды. Олеген болағына консорциумға, например, Кенеке Кәмінгеті научно-исследовательский институттарын представителері келелер, ұнтыға бұтын ғачуы, ажақай көмілі ақ. Ти последний ұлыған проект бұл болағын әме мастер-план города Якутска деген ұғылығыда. Оны мен именно бұл центр компетенции конкурс оңырам бұд. Улахан всероссийская конкурс бұл бұды. Оны консорциумларға институт луговодства келбеттері, беге бұл научно-исследовательский институт строительства, ең коллегалар бұд келендер, тәвестен өлілес біттері. Ол құрдық парк будущих поколений
проектом голлан, блин, уже тут утагалан нади. Эти объект под себе весил солгадин блан нахтораж. Улетен гальбех, просто общественное пространство, был бы харебете, блин, капитальный тут улах, улахан олорго, келен джерктанар, интерцентр дарволухтах. Это би архитектор дарболар, нан, именно содержательный, функциональный, таскостюд на отдых пути. Эти проекты полагаю на тот пар фестиваль архитектуры и бедных бута, в курдук фильбегла хотя ну международный фестиваль архитектуры Амстердама, бир номинация визуализация деньги к илах полонтраж. Чё и бай видеоролик умроннор, вовсе на нулханник на Сергея Витрете международное сообщество архитектурное. Эти проекты коренно именно образовательные боларнигин, он именно был крайне северга. Хоть у дой долларга, у сайнан манник интересный проект торговлялары ведь. Олегин себе дано подтверждение, куда бы пойти именно фабкаварнера ведь. Он там уже тон. Блин, ты правительство, вот там я, блин, любят аваратураж. Наш центр компетенций по вопросам городской среды является одним из региональных центров компетенций, которые работают уже по всей Российской Федерации. И наш центр был создан в феврале 2019 года в структуре фонда будущих поколений. И благодаря фонду будущих поколений и пожертвованию акционерной компании «Алроса» у нас есть возможность реализовывать экспериментальные проекты комплексного развития территорий. Мы помогаем муниципальным образованиям, в первую очередь, подготовке, разработке проектов благоустройства, а также их реализации, повышению индекса качества городской среды, вовлечения жителей, граждан и в целом улучшения облика городов и сел нашей республики. За 3 года работы нашего центра нами было большое количество разработано проектных решений, проектов благоустройства общественных пространств, дворовых территорий, а также их реализация. Кроме того, мы работаем с обликом городов, то есть мы разрабатываем дизайн-коды городов и сел в том числе. Также мастер-планы были разработаны. В этом году разработано 8 мастер-планов. Да, 3 из них — это крупные города, такие как Мирный, Нерюнгри, Якутск, и 5 малых городов, в том числе Намская агломерация, это объединение 3 сел, города Алекминск, Ленск, Алдан, Тамот. Вот. Наш центр компетенций также уделяет большое внимание образованию. Мы проводим обучающие и просветительские мероприятия, такие как практикумы выездные, проводим семинары для главных архитекторов, улусов, также для всех желающих архитекторов, проектировщиков, дизайнеров, а также художников. Проводим также мероприятия по улучшению городской среды, а также проводим фестиваль «Лето Якутия», для того, чтобы также улучшить среду городов и сел. Тарьячилер сүрінгсайлара стрит-арт-инсталляция арт-объектнэнгі олақтақтар тулалы рейгелерін саңарды, уларыды. Тарауы дойдуларгар тапталы күйірді олар. Фестиваль проходит с 2018 года, является ежегодным. Там предусмотрены мероприятия по нанесению рисунков, муралов. В основном это на здания, на какие-то общественные пространства. И мероприятия связаны с благоустройством городов, сел. Ну, основные участники — это художники. В этом году у нас прошли мероприятия в Табаге, в городе Якутске, и в этом году мероприятия фестиваля, они связаны с открытием креативного кластера «Квартал труда». Мы нанесли рисунок на тротуар, который ведет к «Кварталу труда» от улицы Дзержинского до поворота. Креативный кластер. Вот, в августе месяце у нас прошел open call. После отбора мы выбрали 4 художников. И
это получается 3 художника и 1 группа, творческая группа. В этом году фестиваль прошел несколько этапов. В 2-3 этапа прошел. Первый этап был у нас летом, в июне месяце мы ездили в Верхневилюйск и разрисовывали вместе с детьми, с местными, детскую площадку. Второй этап у нас, ну, в основном уже был в Якутске, и наши вот художники во время того, как наносили рисунки, у нас параллельно шла еще образовательная программа. Образовательная программа, она у нас была такая нацеленная на изучение необычных подходов к проектированию. И мы провели ряд экскурсий на территории города. Это были очень необычные такие мероприятия. И была еще онлайн-программа со спикерами, приглашенными. В общем, в результате образовательной программы мы должны были найти какие-то необычные, как-то по-другому взглянуть на город, под другим углом, под каким-то необычным взглядом. Была экскурсия по муралам города Якутска. Это у нас было второе мероприятие. Оно уже у нас становится ежегодным. Также была экскурсия по проспекту Ленина, Якутск-Мистический, проводил Дмитрий Михайлов. Единственное, у нас на самом деле очень много целей у этого фестиваля. Он должен идти как и образовательное, как и в общем, на развитие городов и сел, в поддержку художников и студентов художественных вузов и архитектурных в том числе. В общем, на развитие вообще в целом. Ага. Ну вот конкретно нашего фестиваля в 2019 году были разрисованы 4 тепловых пункта. По тепловым пунктам, получается, 4 тепловых пункта было разрисовано. 2 из них находятся на улице Кальвице, 1 по улице автострады 50 лет Октября, и 4-й находится вот здесь, на Горького. Там тоже участвовали художники по конкурсу. На Талом озере есть мурал. Самсон Атасыков и Степан Данилов рисовали это в виде вот ковра, якутского коврика. Наш фестиваль, он все еще продолжается. Сейчас мы уже будем рисовать стены внутри креативного кластера «Квартал труда». У нас тоже вот художники, которые у нас прошли отбор, они вот сейчас вовсю готовятся. И мероприятия должны вот-вот начаться. В общем, это проект первого на Дальнем Востоке креативного кластера. У него больше 14 тысяч квадратных метров внутри. Он будет суперсовременный, супероборудованный. И все наши креативные индустрии, они должны базироваться там. Это такой амбициозный проект корпорации развития Республики Саха-Якутия. В 2019 году на площади ворота Якутска провели мероприятие в рамках фестиваля. Получается, это было мероприятие, направленное на развитие социокультурного программирования общественных пространств. И там были привлечены и предприниматели, и концерты проводились, и там торговля какая-то велась, сувениры проводили, мастер-классы, там же все на одном месте. И там же были нанесены вот рисунки. Там работали художники вот Кюне Тимофеева и Александра Алексеева. Они нанесли рисунок вот на вот
территорию скейт-парк? С прошлого года в октябре объявили программу «1000 дворов на Дальнем Востоке», и в этом году у нас уже реализовываются 124 дворовые территории. Из них 75 – это город Якутск, и остальные в муниципалитетах. Такие проекты, как дворовые территории и мини-парки. Это объединенные дворы для сельской местности. В этом году мы объявили прием заявок на первую архитектурную премию ЭЙГЭ в области архитектуры, дизайна и градостроительства. Будет 10 номинаций, в том числе городская среда, лучший жилой комплекс, жилой дом по переселению из ветхого аварийного жилья, дизайн интерьера, лучшее общественное пространство и коммерческий объект. Хочу выделить одну из номинаций, такую как городская среда, где будут отбираться лучшие муралы, арт-объекты, вообще в целом оформление общественных пространств. Это важно для того, чтобы как-то отразить и показать, как мы работаем над улучшением облика наших городов. Город Торга, урод, генеральный план, правила землепользования, проекты планировки, проекты межевания, день, федеральный закон на онголлохтах документы регулярболлахтарна, блигин Россияга аджахайн мастер-план ден инструмент активно туттан реллер. Оны ме көрөмүт, үйрөтөмүт, ырытыгаммыт. Эки лагата бастыкы мастер-план мытын өлөн элегер урпут. Окурдук кыра арктический элеги пример курдук ламмыт. Эми бастыкы Россияга арктическое поселение лага мастер-планы колуна ади. Оно Москватын архитектурное бюро Асадова ден коллегалар бүтүн кытта Александр Степанович Иванов өлөн глава атабайты тиен Москва билсен. Беги фестивальга гартынаран. Улахан үлені ұйтаммыд, нағачай методологический документ күрді оңыр бұппыд. Вот. Он тұқа бұтын әрінде білі уже өйдөбіл кәлі неген әйті бұлырын президент страны поручение бен біте Дальний Востоку ғөбөбес Улахан Кораттарға мастер-план обязательно ұлықтақ деп. Оны бі уже білім олардақ бұтті. Ол кемінгі бі уже әрінде, ол үніне, даже поручение келен үніне, Айсен Сергеевичка, чой дик баратын материал бұтын көрдерен, правительство туха явта. Именно бу, через фонд будущих поколений ми поручение берен, Якутской мастер-планын, оңырокка инген, Дом РФ, Институт развития Московской, коллегалар бутын тенгел үлеген, кинлерттен өсе үйіп харчылан, аңарын кинлерттелі әбіттер, аңарын бу фонд будущих поколений үпті әбіттер, олымны олухама өлі хағала ұппыд. Онтон біле уже поручение кәлбетегер, Миндаль Восток развития де мастер-планнарын ұрыққан ады дебеттергер, бігі жүлі өбетін ағалан тәбістенге бардақ бөтте. Вот, өлген жекускай қорат мастер-планын ұлық-ұлыққан общероссийской конкурс оңырау мұдамиетеп бетім көрді консорциумнары тәрейен, кайлағынан Непигин планы Москвы болбыда. Кендер консорциумнары гар боллағына беге коллегалар бұд Николай Николаевич Алексеев білеген архитектура кафедратын салайыр. Инженерно-технический институт Северо-Восточного федерального университета. Кейнлер целый команданын келбеттері. Вот, онын атабистен өлелеген, аналитический материалы танхағалан, уже проекты материалы Улыханбай өлен ұрындар кыйлағынан тақсылыптыра. Онынтын опсайнан кыйген біле тоқырдық болмады. Наға сыл хорық болмады, именно кыттағын ген Улыхан сыл хорығы. Потому что атын консорциумнар бұд, мен аған тірегіне предложениялар белбеттері. Финалға үз команда таққаннар, үз финалист проекттарын бейіға беренлер, білейін жүкізгі көрат олыны тұтыған, уже дальше тем, уже документы терпланирования, тем петем күлік федеральный законнан генпландарын актуализациялы ықтақтар, оны тұн хамычай предложениялырын оны тұн ұланнар тұттықтан хөп болады. Ол күрдік жүкізгі көрікі именно бұйыл хамычай масштабны өлебететі болара болады еқтін бағарабын. Тоғады тәққа инник документтер тон бүгін әттеқ ол нинеге жүкөскө курат булана 2-нче 4 кылак коңголду. Мен уже почти үбө чыгып булады. Ключевой документ онун курат сайдан тон тутута баран үлө бара турда ади. Ол кенеттен кыра корректировка, он актуализация болар эти. Онтон быйыл же Улы Улыхан масштабный мастер-план оңурат стратегиятын аңаттан көрөн. Указ главы о социально-экономическом развитии столицы Республики Саха-Якутия Лыллан
Тебестенге стратегический документ, на тебе он работает документы пространственного планирования ден. Тенге варанна бригенде атын көрүлөгө стилях боллак бути. Вот. Он о том, что кускайтан таганан михи бригин бу атын көрөнө электерге мие мастер-план. Быйыл вообще агыз мастер-планы отурдут. Именно манна центр компетенции. Тысяча дворов на Дальнем Востоке ден проект быйыл эти Министерство Дальнего Востока бигиргетенер агыз 146 миллион көрүлүп тага керек. Окрундук Дальний Восток субъекттергер барларгар өпхарчы көрөндөр. Именно Дальний Восток өрүнүн тынча тергени оңобунага деп буйул. Онтан бихи сака хергер сүсү бөтөт дворовый территория өрүндүт. Онно болгону чөйба условиялах двор стандарттары болбакары мини-парк курдук болун хептен. Олин болны бихи биле бу центр компетенции теремит эндеттен проект бүтэлбех белем проекттер бар болонлар. Нахачей возможности кайп туттан халлах бити. Нехелектерге, жокуске кораккаре болбакаре, кыра даже нехелектерге, чой бағай, например, кыра нехелекке бир дворон ордық онтук, абуд бәйті целый парка курдук болан тақсар. Вот. Ол курдук интерегенен ба объекттары реализациялаты бұд, элбек объект бұд. Жокуске коракка хетті 15 дворовая территория, онтон кинергенере, үксүн біле многоквартирный жайлар болдыға де. Оның қанды көрі әме аналистан барандар, наға терген айы детскі оның спортивны бұрдуыне мұрбаққары, қанды көрі тергеннерге спортивный комплекс, қанды көрі чүтті ұлыған ассортиментіне қабарудуыне, қанды көрі үксүн просто асфальтирование енден ұрбыттыра. Онтан тұйығыр болдығына бұден әттеққа жай тергені ажаққа кең солталағы бет. Например, проект всех кави. Апанга набережная озера Мавродин Орбупут. Манханан Курдуха Дитиргене Ботах Курдук, Огнамбран Кранегелекке. Тох пар он на Аттыгар Турар многоквартирный гелер, Ижеста гелер, тен ого, ру, джон аймах бартон нагджер, бисирке. Олегин Буллагана, администрация Джахай Турнан, Тебестен Мюлельген, нахачу интригене бай насыщенная территория болла. Он на блин каток тон рохтерен сөп, эбим, аны синхронизация лау, пыт тысячи дворов на Дальнем Востоке, он на формирование комфортной городской среды программа тан киттен источник буланнар, конкурска кыттаннар, ол уже администрация тулеты буллаги. Например, даже круглогодичный павильон тут он. Он на предпринимателях кирехтерен хэп, эби и биадерами услугу предоставляет дехтерен хэп, он оттон уже разнообразит абаданатын болар булади. Вот, он тон, он на уже стартовой площадкалар, например, эти Булгуняхта, Хангала Сулугар, Бронго, Набережной, он да атынных электерге, Кебейге, Сунтарга, Маяга, бардыгар энник синхронизациялан, даже Улханбай территориялары ордуут. Например, Маяга центральная площадь, Комсомольская площадь тен благоустройства там оглубута. Көрдөккө мие биле общественное пространство, огынан баран негелек олах центра улади. Олегин оборудованиятын тысячи дворов на Дальнем Востоке программанын көрөмөт, онна билин ого бөгөтө күн айы уже дуу яганынар. Олегин буллагана бу программа дегенен туга солда таңдырып кең көрөтер генерер болбакары улахан өсө мини-парк оңголуннар короттарга нелектерге начуй пространстволар тагыстылар деп коюп олегин быйылтын эйил бу программа быт эми халгыт булуктах төш үчтөн такка миллион көрүлбөктех билген эмие тии туун уже кетеге деп распоряжение тын өбө карчыта кыраты кычабыт олгун мартагын бир программа бар була ди главное. Программа вот бир минуга ден тыгынчаттан биле элбахары население лак булуктах ден. Олин кырын электр жахайын хомойоллор антан, аны мета кенники инники хылларга көрөк бир надо болу. Тоди тех олах кырын электрге эти программа поддержки местных инициатив, программа комплексного развития сельских территорий хим бирүп тере качылар тийбет. Опсенен благоустройствога үп харчылык тийбет. Потребность на халахан. Джон биле ажахайын Сергир, онна ажахайын багарар, онна биле администрация это не куляга кидане программа кирен харчу бүкөрөн үлөтүн чөйдү таң жана жакайын разы ылынар. Вот алгын буллагына эффективный программа деп барабыз. Ким бир жерде тергене болун, общественный да пространство болун. Жон бары гүн жер сиптере. Аны токтаганы тутан биле
он на хачи тюрьма тагох, он на кем-то дейтерна тагох, а газ доступный именно джунгли на хилевладе. Олигин, а джахай каскиля он на, а джахай блин, очень бай ки астанар манилинтер. Манан биһиги беребитин түмүктүбүт күн аксын уган бир аңар частан бу жокускай бириге биһигиннин бирге болун.